Так, всем трем, дорогие подписчики, а также гости канала. Все, сейчас будет, наверное, скорее всего, финальная версия. Вот, потому что... Короче, я тут решил переработчик поставить. Вот, и долетим там 400 метров до еще одной штуки. Так, переработка. 5 железных слитков нам нужно, но если я не ошибаюсь, у нас нет... железа. Нет, железо одно есть, да? Меди нету. Так вот. Блин, у меня с еды столько что. Блин, как куда это все? А, о. Куда-то это все надо сложить. Ой, железо, стоп, 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 железо. Но его все равно не хватит. А гриб что дает? Не даю, да? То есть куда-то он идет, но куда идет непонятно. Ладно. Еды ты. Блин, откуда у меня столько еды? Жесть. Ладно. Так, пролог, соответственно, содержит тут базовые только вещи. Вот. Ну, тут опять же дроны не такие враждебные. Ну, там два дрона всего враждебных. Что еще тут нету? Кораблей нет враждебных, но можно вроде как корабль построить какой-то. И дается только вот эта локация одна. Вот. А потом вроде как... Да ладно, у меня ничего нету. Вот ты жопа. Прилетел, называется. Вот. Вроде как куда-то... Да чтоб тебя... Так, а я все здесь забрал? Ну да. А разобрать... Забрать нельзя, да? Хреново, ладно. Так вот, вроде как на корабле можно полетать. Но надо будет сейчас... Ну, если дойду до этого, вот, или до корабля дойти, да, вот, пока не могу этого сказать, опять же, все зависит от вас и подписчики. Что это значит? Значит, вы голосуете, да? Лайками о том, что идем ли мы дальше, да, до кораблей, или останавливаемся и ждем выхода вообще всей игры. Вот. Да, и в комментариях пишем, вообще стоит ли ее проходить полную, вот когда полная игра выйдет, да, соответственно. Ну, я так понимаю, в ранний доступ, как всегда, да, и так далее. Вот, будем ее проходить или нет. Так, куда нам надо вот это еще собрать, потому что 5 слитков это много, сразу говорю, да, нам 5 пластин, точнее, прошу прощения, 5 пластин, а это примерно по 3 штуки, это 15 железа надо. 4, 8, 10, 1, да, ну где-то, да, примерно вот столько и должно хватить. Так. Берем туда, обратно. И нам нужны кислородные баллоны. Да, потому что кислорода не хватает. Это я... Да, я такой выпрыгнул и даже не посмотрел запас кислорода. Так, 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 так. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Дальше баллон. Раз. А, льда не хватает. Льда не хватает. Льда. Блин, слушайте, кислорода просто немерено уходит. И... Это, блин, это жесть. Это жесть. А нам, чтобы лететь... А, еще нужно воду. Прикиньте, еще воду надо. Так, устройство для переработки ставим. В смысле? Как там? А, QE. О. Она такая здоровая. Ну, давайте. Так, что мы туда кидаем? Вот эту херню кидаем. Перерабатываем.
Посмотрим, что, что нам даст это вообще. А, органику. Ну, не, ну я как бы подозревал, что ничего хорошего не будет, но, блин, хотелось бы лучше. Так, лампочку. Лампочку. Ну, пока одну, наверное. Так, и нам нужно... Да, кислородный баллон переработаем. Да, это переработаем, да. И надо будет... Так, это переработаем. Все, полетели. Сгоняем за льдом, побольше возьмем. Вот. Либо здесь. Ну, здесь не так много, здесь только кусочки не можно там брать. Ну, соберем пока что есть. И... Так, где тут ближайшие? Чтобы не тратить баллоны. Вот это забыл. Да, радиус зрительный очень маленький. И все охватить можно. Да, галактика большая. Будем туда стоять. Что нам надо еще? Ну ладно, давайте сгоняем туда. Потому что вроде бы как у нас баллончик, ладно, потратим. Не скажу, что мы... Блин, да чтоб ты... Помнишь весь версию игры в желаемое? Ну, я как бы со в желаемое добавил, но опять же... Знаете, если... Мне, ну, оно не так, чтобы прям уж очень-очень сильно меня зацепило, но если вам действительно понравилось, да, я могу, соответственно, это все дело пройти. Ну, во всяком, ну, как попроходить, потому что... где тут баллон? Поскольку игра же вот такие, чаще всего они бесконечны. Ну, когда вот все-все-все уже сделал, да, и ты просто тупо... Ой, ее надо было. Сейчас быстрее. Обратно. О, ах, не успею, ладно. Нет, не долечу. Да, придется... Ну, сейчас поближе, насколько возможно, долечу. Подлетим, а потом что, рюкзак заберем, рюкзачок. Да, поэтому, как правило, таки, когда уже все много, все автоматизировано. А, автоматизировать можно будет здесь. Будет автоматик, автоматизированная система, значит, вот это вот производство. И когда у тебя дофигища ресурсов, дофигища, ну, всего, да, вот у тебя прям склады ломятся от всякой всячины, то уже как-то, ну, мне во всяком случае это не так интересно уже играть. Вот, но это, как правило, занимает, ну, продолжительное время, потому что пока ты там построишь, пока ты долетаешь, пока туда-сюда, там, 5-10, то есть, ну, примерно, ну, хорошее такое время проходит, так что... Возможно, если вам зайдет, то можно и попроходить. Так, ну такая занятненькая, опять же, демка. Так, где у нас тут? Итак, давайте, нам надо вот раз, два, три. И кислородный баллон. Блин, зато куча теперь этого. Еда. Ну, это съедим. Сюда. Так, сюда.
Ассе. Да блин, да шо блять, проволока там. Да, тут серебра не было, то теперь не хватает. Так, лед. Это хорошо, что у нас льда много, да? Но у нас сколько? 3 баллона, это мало. Давайте быстренько тогда до вот этого. О, блин, железо здесь. Ёж твою налево. Да, я тут летаю, ищу его. Летал, во всяком случае, раньше. Так, давайте, да. Сюда лед. Да, сейчас распихаем немножко, да, да. Так, давайте я немножко за кадром покрафчу. Отлично. Так, много очень кислородных баллонов сделал, да. И нам нужно будет еще с собой взять. Так, сначала вот этот заряжаем сюда. Этот мы перебрасываем сюда и два зарядника возьмем. Так, здесь что переработали? Медная проволока нам нужна, стекло, кварц, ну такой себе. Да, еще один сделал ящичек на всякий пожарный. Так, давайте вот так вот мы немножечко пересортируем вот так вот. Ага, нет, стоп, вот так вот сюда вот это берем. Нашел целестит какой-то. Это фиолетовая субстанция, встречается в опасных частях космоса. Но я ее здесь подобрал в одной из пещер. Вот, и в принципе теперь она у меня есть. Так, ну что ж, погнали. У нас есть все, что нужно, но первое, мы долетим до того чудика. Я хочу повоевать со осьминогом. Прям вот, прям желание есть его побить. Мы его из лазерной пушки сейчас. Правда, как далеко она бьет? Более-менее, слушайте, более-менее. Да ладно, ты... О, отлично. Оп, кислородик. Что мы взяли? Яйцо неизвестного существа. Блин. Всего лишь, я-то думал, там мясо. Мясо выпадет. Так, это у нас здесь ничего нету. Слушайте, а я же здесь был. Да, меня сейчас не пустят, по-моему, это... Да, это в прологе, нельзя сюда. А вот что там, пока неизвестно. Ладно, хорошо. Блин, опять я ударился. Летим тогда туда. Кислорода должно хватить. На обратный путь... Никто не знает. Я прям хз. Ну не знаю, слушайте, может быть хватит, может быть не хватит. Так что. Ну а кто говорил, что мы вернемся все? Никто. Так что будем плыть. Пока что плывется. Собрал, не собрал, хз, слушайте.
главное не умереть, понимаете? Вот самое главное, потому что мне потом не хочется. А, взрыв тут так прикольно. Бух. Ну, так вот. Наложено. Да? Наложен взрыв. А вот золото, кстати говоря, вот оно. Причем много, слушайте, надо будет его собрать. Вот этот кусок и тот. Как-то попытаться. Давай, долетаем. Все, что ли? Так, по-моему, все, да? Туда мы сможем залететь? Нет! Не, есть. Фу. Это было, блин. Это было прям на грани. Ох, среднее хранилище, это классно. Классно. Вот эту вот штуку я. Она так лопается. И здесь появляются вот такие шарики. Фиолетовые. Не знаю, зачем они нужны. Но это может быть, кстати говоря, как растение. Возможно. О, золотишко. Золотишко. Это что у нас? Никель. Сверлит. Вода. Это сканирование нельзя сделать. Да, нельзя. Ничего нельзя. Все, что ли? Или нет, или можно вот эти штуки пособирать. О, ноги. Блин, вот здесь многих есть, представляете? А вот выживалка тут в новую какая-то была. Там опять ноги отсутствуют у человека. Да ладно, полный. Блин. Никель. Блин, одну штуку. Так, давайте тогда не будем пока здесь брать. Я не знаю, что нам... Ну, никель возьмем. Все, да. А это что у нас? Нельзя тебя? Нельзя. Так, хорошо. Так, это мы здесь были, да? Да, никель мы не возьмем. Потому что полный инвентарь. Окей. Ну, все тогда. А, ну вот сюда еще можно пройтись. А, нет, снимается. Блин, слушайте, лабиринт целый. Так, здесь сюда мы ходили, да? Сюда мы пошли. И здесь мы пещеру нашли, да? Больше нам отсюда. Ну все, здесь больше вроде как получается нечего делать. Угу. Да, золото мы, к сожалению, не это. Ага. Разработки, я понял. Прошу прощения, так. Или... Это я воду, что ли? Блин.
Ну ладно. Так. Теперь вопрос. Да, вот это сектора, я так понимаю, это звездные врата, через которые мы будем летать, да? На кораблике и перелетать. Так, что у нас появилось? Да? Ничего не появилось. Позволяет игроку создавать более продвинутые предметы и структуры, которые недоступны его стандартным изготовителям. Подождите, а я... А, слушайте, да. Вот, у меня был просто изготовитель, а теперь продвинутый изготовитель. Но для него нужна банка смолы. Угу. О, кислородная станция. Это станция ваш спасательный круг в вакууме, генерирующий постоянный запас кислорода, который будет... поддерживать вас во время космических приключений. Вау. Вау. Вот это вот нужно. Да? Но это нужна энергия ячейка. Маленький контейнер. Солнечная панель. Вот. Хранилище, кстати говоря, вот это неплохо. Потому что, ну, блин, хранить не в чем. Главное теперь долететь. 500. Короче говоря, сколько-то там... Я не помню сколько, да, 500, по-моему, 400, да? Ну да, надо будет поверх вот этого астероида. Ну давайте перенесемся на базу. Так, ну вот я и долетел. Ха, только у меня почему-то запись не прервалась, да, все полностью сделалось. Дети, ладно. Так, здоровье херовое. Поэтому... Ткань. Где-то у меня ткань была. Вот и ткань. Так, давайте сначала съедим. Это одна. Да. Это одна. Мне нужно сделать, чтобы, да, банка смола, цельстит, вот надо что, да, для накопителя данных, а это электроника и кварц, да, электроника и кварц, да, блин, где у меня электроника, блин, ну была же электроника, вот она. Так, но подожди, не понял. А, или тебе ее наружу что ли надо ставить все? Вау.
Наполнить кислородом. Так, то есть это капсула. Ну, так у меня же есть этот. Но блин, это ж ее надо постоянно ставить, да? Ну-ка, смогу я ее снова поставить? А хер! То есть я тебя, а как, блин, ну это фигня полная. А, где-то в промежуточных. Да, ну да, серебро, железный слиток. Эх, серебро, серебро и железный слиток. Итак, им там на железный слиток, это нужно железо, блин. Ну да, тогда где-то ее надо ставить. А, так она только. А, ну правильно, да, она создает ее в любом месте. Где-то надо будет ее создать. Так, теперь вот этот. Но чтобы нам сделать продвинутый устройство, вот продвинутый изготовитель, нам нужно банка смолы, чипсет делаем и два железных слитка. Два железных слитка. Блин, подожди. А, так у меня же железный слиток есть уже. Так, раз, подождите, а у меня еще где-то был. Стекло. А, где-то же у меня были железный слиток. А, это медный слиток, да? Медный. Ну да, ладно. Так, и мы можем, да, теперь поставить продвинутый изготовитель. Так, вот этот мы тогда убираем. Окей, хорошо. Так, и сделаем сюда продвинутый изготовитель. Да ешь твою на. Блять, он здоровый, Люк, а. Так, я. Ну давай сюда его. Блин, а его потом не убрать, да? Как тебя поставить так, чтобы ты. Ладно, давай здесь. Итак, он может быть маховик, продвинутый чипсет делать, двигатель транспортного средства,
И все, да? И зря, блин, и зря я. О, какая. А, какая хрень. Ну да. В итоге эта хрень сдохла, да? 295. Серебро, 2 диэлектроники, стекло, медный слиток. А, о, стекло. Ну тут можно, конечно. Не, подожди, это на мощности не хватает, да? Мощности. Блин, плохо. Очень плохо. Большая батарея жилища. Продвинутый чипсет, грип. О, вот для чего грип нужен. Но их 3 штуки нужно, а у меня их. А у меня их 2, по-моему, только, да? 2. Хреново. Я хочу сказать. И это я не могу, да? Ну, железо слиток-то нормально. Продвинутый чипсет это я еще, может быть, да? Сделаю. Серебро, 2 электроники. Серебро. А, кстати, у меня есть вот она аптечка. Блин, одной электроники не хватает, да? И этот я тоже не могу. Ну, давайте уберем, во-первых, вот этот, потому что он абсолютно бесполезен. Нельзя эти инструменты продвинутые делать. Я прочитал, и смысла его вообще держать нету. Плавильник будем держать. Ну, переработчик можно. Да, стекло, кстати. Стекло можно. Так. Цеплита 2. Просто я хочу посмотреть, куда вставляется вот этот большая штука продвинутая. Так, и нам нужно. А, ну у нас гриба нету, да? У нас гриба нету. Отлично. Отлично, просто. Просто отлично. Так, это мы сюда. Воду сюда. Так. Блин, здесь все занято. Гриб. А, гриб я знаю где. Слушайте, давайте вот что сделаем. Сейчас напоследок мы слетаем. Так, по поводу. Да, давайте вот сюда вот так вот сначала поставим его. А, если вы помните, были такие купола, соответственно, кислородные, да, а на нем подняли, ну и там какая-то фигня разбросанная. Ну, якобы какая-то база была или что-то. По-моему, гриб я там где-то находил.
Как ты долго это энергетический, блин, делаешься-то, а? Заряжается долго. Давайте вот эту хрень сделаем. Ну, 100% был. Вот. И мы, соответственно, где-нибудь посерединке поставим кислородную хренетушку. Так, давайте вот так вот максимально будем увеличивать скорость. Вот она, видите, вот там внизу. Но мы ее... Сейчас, когда кислород будет заканчиваться, я поставлю здесь вот эту базу кислородную. Потому что, а хотя с другой стороны нам оно нафиг не нужно, а здесь мы один раз слетаем как бы и все. Хотя вот там вот еще, да, купол. Это оттуда бы долететь. Ну давайте вот так вот. Да ладно, ты в смысле не... Блять, серебро забыл. Серебром. Как я мог серебро забыть, а? А, ну да, я энергоячейку делал, а оно требует серебро. Жесть. Да не, мы сейчас успеем, надеюсь, долететь. Да? Ай-яй-яй, не успеваем. Блин. Только зря потратил. Отлично. Так. А, тебе нельзя. Вот этот, по-моему, гриб. А, нет, это не гриб. А где ж тогда гриб был? Ну это еда. Это еда. Я так я ж тебе поставил. О, чё за баги. А типа не вырос или вы, блин, ленивый. О, точнее вот так вот. Ну это, блин, ну это опять же. Блин, почему вот не пишут этот, ну, что это такое, да? Вот какой-то, вот, а, вот он гриб, ёж твою налево, вот он гриб. Вот он, я ж помню, я его где-то собирал. Так, сколько у нас? Ну, у нас... Давайте максимально наберем. Прям максимально. Ну, сколько влезет? Прям вот. Аж я так подозреваю, что он нам очень сильно понадобится потом. А может и не понадобится.
Ну, это опять же, да, в зависимости, что мы будем, да, будем ли мы до корабля доходить или не будем мы до корабля доходить. Все вроде бы, да, но вот, блин, серебра не хватило, жаль. Я бы туда слетал еще. Ну ладно, погнали. Давайте я сейчас перенесемся на базу. Вот, короче говоря, ну я туда летел, немножко всякого подсобрал. Я хочу построить вот такой вот большой шкаф. Который, блин, никого никуда смысла я не могу поставить. Он ставится вот так вот. Ну ладно, давайте тогда вот это разбираем. Ах ты жопа. Блин, у меня столько там ресурсов было, и оно не вернулось. Вообще жесть. Вообще жесть. Я столько ресурсов потерял. Там мне... Блин, ну это вообще, конечно... Ты жопа какая. Ну слушайте, ну большой, да. Довольно-таки приличненький. Сколько прям, ну это три ящика, блин, занимает 4. Ох, какая хрень полная. Так, ну давайте, что еще здесь есть? Ну туда, там мы уже были. Ну да мы, в общем-то, и везде были, да? Ну да, старая эта станция, и мы уже везде как бы побыли. Не вижу смысла, в общем-то, и возвращаться туда. Да? А вот где корабль, я так и не совсем понял. Рановато, ладно. Может быть, я... Кто-то забыл или что-то не увидел. Но двигатель, да, мы можем сделать, только за хера он. Так, а чем мне не хватает на эту хрень? Железный слиток и серебром. Мысли не хватает мощности. Подожди, а это что, у нас мощность что ли требует? Нет. Это мощность требует. Слушайте, интересно. Но я могу сделать вот такую штуку, которая у меня есть. Два слитка. Так, это мы берем. Два гриба, по-моему, если я не ошибаюсь. Или три гриба, точнее. Три гриба. И продвинутый чипсет.
Два железных слитка. Вот железных слитков у меня, по-моему, нету. Два. Это надо 6 штучек вот таких вот собрать. Мы их соберем. Где-то. А, я уже. Блин, я уже в округе все пособрал, да? Ну ладно, давайте тогда сюда слетаем. Так. Так, да, все, есть. Ну, благо вот этот модуль у нас рабочий постоянный. Здесь можно хотя бы слитки наделать. Вот, и... Вот такую хреновину мы поставим. Экс. Ну-ка, сколько у нас там мощности теперь? Ну, давай, давай, показывай. О, 450. Нормально. Полезная мощность 258. А, я понял. Надо еще этот, как его называется... вот такую штуку солнечной панели. Ну это тоже, но ну, это опять же смысл сейчас делать. Возможно, я что-то не собрал вот именно вот там вот. Кстати, можно сделать вот эту штуку. А, железный слиток. Ну, давайте железный слиток, сейчас я его сделаю. Мы его, ну я его так поставлю на всякий случай где-нибудь посерединке. Опа. Где наша база? Вот. А, долетим до одного местечка. Сейчас. И мы и завершим, наверное, сегодня серию. Так. А, выпрыгиваем. Ой, блин, как меня шандарохнуло. Вот на этом астероиде мы построим... штукенцу эту. Надо эту штуку взять. Ну как раз, да, 200 метров мы сейчас пролетаем на одном пароде, да, потом мы ставим на энергоячейку, блять, или энергия ячейка есть, есть, отлично. Где-нибудь по пути поставим. Ну давайте вот здесь вот, да, на. Так вот. Пок. Кислородом. Давай, 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 давай. И летим дальше. Вот туда еще бы слетать, но туда я боюсь не хватит. Хотя, слушайте, нет, хотя может до тут долететь, если так. У меня там кислородный вроде бы есть немножко. Так. Тут все же собрал, да? Ну, все, да.
9. Блин, ну залетай, ты чё ты? Ну да, здесь у нас пролог. Там пещера, я собрал все. Блин, надо было на две станции брать вот таких вот. Так, а у меня кислорода два баллона. Ну, в два этапа, я надеюсь, я как-то из купола-то я сумею вылезти. Это просто контейнер, да? Блин, нет, все, это уже. Ну да, и там. Все, нет, не успеем. Ну, в общем, да, я думаю, что на этом закончим. Пишите, комментируйте, ну и, соответственно, да, не забывайте играть только в хорошие игры. Ну а на сегодня все, пока. Пока-пока. Не переключайтесь, скоро увидимся.